Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня я хотел рассказать о гонке под названием Buggy Racer 2014. Она представляет себе гонку, в которой вы управляете багги, и напротив вас будет лететь вертолет, который будет катить различные детали и как-то вас остановить, различные колеса и все остальное. Данная игра абсолютно бесплатна. После прохождения различные характеристики ваших скоростей, сколько вы прошли, сколько вы там врезались, все остальное. Врезались такого нет, просто дистанции много другой. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. Графически игра сделана великолепно. Управление тоже очень простое. Багги прям детализированы до невозможности. Я такой еще детализации не видел. Мы едем с вами. Сверху показана наша скорость. И справа вертолет летит, который кидает различные предметы, которые нас, если как только они нас заденут, мы начинаем с самого начала. Очень крутая игра. Ради такой крутой графики можно в нее играть очень долго. Очень долго играть. Хорошо бы, если бы разработчик бы на основе этой игры сделал какую-нибудь более крутую игру. Потому что, движок как таковой есть. Мне кажется, легко и просто это можно сделать. Скачивайте. Игра абсолютно бесплатная. С вами был Android Androidыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.